В Ульяновск приехала легендарная Александринка. Гастроль Российского государственного академического театра драмы имени Александра Сергеевича Пушкина, который является первым театром и национальным достоянием страны, начались 2 мая и продлятся до конца этой недели. За это время ульяновские и димитровградские зрители увидят несколько постановок в исполнении артистов именитого театра. Приезд в регион легендарной Александринки стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли-2016». В рамках этой программы получили возможность выезжать на гастроли лучшие театральные коллективы страны. Это в первую очередь федеральные театры, находящиеся в ведении Министерства культуры Российской Федерации, как, например, Александринский театр, Малый театр, ВДТ имени Пустановского, Московский художественный театр имени Чехова, театр Вахтангова, детский музыкальный театр имени Натальи Сац и другие. Большие гастроли пройдут в 45 регионах страны. Зрители смогут увидеть 240 спектаклей известных театров. Причем это будут как постановки, уже завоевавшие признание, так и премьеры. Спектакли вывозятся полностью в том виде, в котором они идут на стационарной площадке. То есть мы не позволяем себе никакой адаптивности. Глава региона Сергей Морозов поблагодарил организаторов «Больших гастролей» и отметил важность и нужность данного проекта. Для нас это очередной шанс. Шанс с гордостью сказать о том, что вот этот наш глобальный проект «Культурная столица» может быть реализован в полном объеме, так как мы его задумали. «Культурная столица» — это не значит о том, что мы по комфорту жизни можем претендовать на то, как живет, допустим, Москва, Вена, Берлин. К сожалению, пока нет. И не это, наверное, являлось главным. Главное являлось то, что чтобы предоставить возможность достаточно большому количеству наших земляков, может быть, даже не имея возможности выехать за пределы Ульяновской области и тем более Российской Федерации, здесь принять, здесь увидеть, здесь почувствовать, здесь прикоснуться к самым главным историческим ценностям, которые есть в мире, есть в Европе, есть в России. А художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин отметил значимость таких гастролей не только для зрителя, но и для самих артистов. Для нас это очень важная поездка, очень важная. Не потому что, во-первых, всегда, я считаю, в таком приличном театре очень важно проходить экзамены. Почему экзамен? Потому что ты приезжаешь в другой город, ты должен не просто эту марку достойно, так сказать, выполнить, этот уровень, который заявлен, ты должен адаптироваться к новой площадке, к новому залу. Ты должен обязательно найти другое качество, которое только здесь возможно. Александринка призла на суд ульяновского зрителя несколько спектаклей. Лауреата национальной премии «Золотая маска» гоголевскую «Женитьбу» режиссер Валерий Фокин. Спектакль режиссера Оскара Сокоршуноваса «Укрощение строптивой» Шекспира. И 3 моноспектакля народных артистов России. Лилиана Рахматуллина, Юрий Конихин, Александр Шуряшкин. Новости Ульяновской правды.